Добрий день, мої цвіти комнатні, таке денежне дерево. Столетник. А это цикламены из семян. Выросли семена, посеяла. Дней 40, а то и 50 сидели они. Прорастали в темном месте. Выросло их много. Какие распикировала, какие... Некуда было распикировать, поставить, пока сидят в горшке. В общем, там у меня герани тоже напикировала. Так, здесь хлорофитум, фиалка. Вот. Вот это родитель моих цикламенов. Вот он сейчас отдыхает. Но вроде бы что-то у него появляется. Там не то листья, не то бутончики. Посмотрим потом, что будет. Вот он такой у меня перенес зимовку. Не цветет сейчас. А это вот еще его дети. Они в двух кассетах, вот в таких кассетах двух, и там под ними такой лоток. Вот их тут, они распикированы по одному, по четыре листа, по три есть, где один, где пятый лезет. Вот это хлорофитум. Это кошкин хлорофитум. Так. И здесь у меня фиалочки укореняются. Также фиалочки две. Еще взрослые. Маленький. Маленькое денежное дерево и укорененный, забыла, ну, понятно. А это андуриум. Вот он так цветет. Декабрист. Вторая волна цветения. Вот белый. Крупные такие бутончики. Сейчас поверну, там еще есть. Вот видите, это вторая волна цветения. А до этого он цвел в декабре. Ну, до свидания пока.